بسم الله الرحمن الرحيم. عمر رضي الله عنه назначил Саад ибн Амир наместником своим в Хомсе. Это Шам, сирийский губерния одна. И Умар, ради Аллаху ану, когда приезжали люди с разных республик, округов, каждый раз Умар встречался с делегациями той или иной страны, республики. Нынешним языком я разговариваю. И Умар, ради Аллаху ану, встретился с людьми, которые приехали с Хомса. И он интересуется, как там править Саад ибн Амир, сподвижник пророка, наместник Умара в Хомсе. Люди начали жаловаться на Саад ибн Амир. Люди начали выразить недовольство Саад ибн Амир. И они это недовольство выражают Умару, человеку, который боится Аллаха, человек, который каждую ночь хватал себя за бороду и спрашивал себя и говорил: «Маза такулу ли раббика гадан, я Умар?» Судный день, когда ты станешь перед Аллахом, что ты скажешь, я Умар? И эти люди жалуются такому Умару. Умар нервничает. Под его ногами земля трясется. Он боится Аллаха джалла ва аля. Он боится за подданных в Хомсе. Он думает: Саад ибн Амир, сподвижник пророка, любимец посланника, неужели он сбился? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Он думает: Саад ибн Амир, мой любимец, неужели он обманулся деньгами? Он думает: Саад ибн Амир, неужели он обманут властью? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Он нервничает, он начал туда-сюда ходить. Теперь он говорит делегации Хомса: «Валлахи, вы никуда не поедете, пока я не приглашу Саад ибн Амир, пока я его не приглашу сюда и не разберусь этим вопросом». Он остановил их. Он дальше не расспрашивал, ибо он не любил слушать сплетни, как этого мы любим сегодня. Он всегда призывал, чтобы те, которые, у которых есть между собой спор и разногласия, чтобы обои приходили туда. Что дальше? Приглашает Саад ибн Амир из Хомса. Вы знаете, где Хомс, где Медина? Вы знаете, это расстояние какое? Самолетов нету. Автобусов нету, такси нету, верблюды, лошади. Саад ибн Амир приезжает из Хомса в Медину. Умар посадил их. Умар говорит: «Я Саад, эти жители Хомса жалуются на тебя. Они недовольны твоим правлением. Они недовольны, как ты правишь». Саад говорит: «Астагфируллаха, я амир аль-муминин. Я прошу у Аллаха прощения, о правитель мусульман. Если я где-то совершил ошибку, если я где-то сбился, если я где-то заблудился, я амир аль-муминин.
Он говорит, пусть они скажут, я амир аль-муминин, я готов их выслушать. Умар говорит, расскажи, что. И один говорит, я амир аль-муминин. По утрам, говорит, Саад ибн Амир на работу выходит. На работу, говорит, долго не выходит. Нам приходится долго ждать его, я амир аль-муминин. Это первое. Второе. Ночью, говорит, он никого не принимает, я амир аль-муминин. Он закрывает двери. А в месяц один раз он вообще запирается. Сутки не выходит. Такое впечатление, что в этом доме сидит Кайсар Кисра. Омар говорит, это правда, я Саад. Это правда, я Саад. Саад говорит, да, о правитель мусульман, это правда. Омар говорит, почему я Саад? Саад говорит, я амир аль-муминин. У меня жена больная. Она кушать не может готовить. Она убирать в доме не может. Она ухаживать за детьми не может. Здоровье не позволяет. А у меня слугов тоже нету. Я не располагаю такими возможностями, чтобы оплатить услугу этой служанки или слуг. Поэтому по утрам я амир аль-муминин, я опаздываю выходить на работу. Мне приходится есть, кушать, готовить, хлеб печь, доме убирать. За детьми поухаживать, их кормить. Поэтому я опаздываю, я амир аль-муминин. Он правитель Хомса, но не располагает возможностями, чтобы занимать слуг. Как красиво, я Раббана. Как мудро, я Раббана. Дальше. Ночью, говорит, я их не принимаю. Потому что, говорит, я амир аль-муминин. День, говорит, я отдаю людям, подданным. А ночь, говорит, мне приходится отдать моему хозяину. Аллаху джалла ва аля. Я, говорит, поклоняюсь, я амир аль-муминин. Днем, говорит, нету времени. Ночью, говорит, не хочу лишить себя этого удовольствия, я амир аль-муминин. И третье. Месяц один раз я, говорит, никуда не выхожу. И это правда. Я никого тоже не принимаю. И это тоже правда. Умар говорит, почему? Почему я Саад? Он говорит, я амир аль-муминин. У меня, говорит, одна единственная одежда, форма, одна форма. Другой формы нету, чтобы заменить. Месяц один раз, говорит, я ее стираю. А это, говорит, холодное место, не высыхает, говорит, долго. И я, говорит, укрываюсь чем-нибудь и жду, пока не высохнет эта одежда. Поэтому, говорит, месяц, один день я никуда не выхожу, я амир аль-муминин. Одна форма у правителя Хомса, Саад ибн Амир. Как же мы скучаем по тебе, я Саад. Как же мы скучаем по тебе подобным, я Саад. Умар заплакал. Заплакали те, которые пришли с жалобой на Саада.
И они попросили у него о прощении. Дорогие мои братья, вот что такой пример. Вот какими должны быть мусульмане. Разве Аллаху Джалла ва Аля не сказал: «Бисмилляхир Рахманир Рахим, инна Аллаха ямурукум ан туадду аль-аманати иля ахлиха, ва иза хакамтум байна-нас ан тахкуму биль-адль». Что ты хочешь донести до нас, я Раббана? Что ты хочешь, чтобы мы познали от тебя, я Раббана? Аллаху Джалла ва Аля говорит: Аллах велел вам, чтобы вы возвращали, отдавали аманаты и довели до людей. Родители – это амана. Дети – это амана. Власть – это амана. Семья – это амана. Жены – амана. Наши органы – это амана. Люди – это амана. Животное – это амана. Нам тяжело придется, когда придется ответить перед Аллахом, и каждый орган будет говорить. Тогда что скажем? Дальше Аллаху Джалла ва Аля говорит: «Ва иза хакамтум байна нас, ан тахкуму биль адль». И когда вы будете судить людей, тут вопрос людей, не только мусульман, людей. Когда вы рассудите их, ан тахкуму биль адль, чтобы вы рассуждали их справедливо, проявили к людям справедливость, к ним милость, милосердие, любовь и сострадание. Аллаху Джалла ва Аля возвысил род человечества. Так возвышайте же. Не замарайте их достоинства. Не угнетайте их, не оскорбляйте их, не унижайте их, окружите их любовью.